надо сейчас уйти на наш, а дальше... Да. Там будет, если полное. Ну, понимаешь, как? Десяти раз, один раз получается. Недалеко от линии фронта немецкий летчик Карл отправлялся на одиночную охоту. И тут, воспользовавшись случаем, пленный русский летчик Иван угоняет машину. Получив приказ любой ценой уничтожить, Ганс бросается в атаку. Какой равный бой может быть, если у Ивана в комплекте всего 5 снарядов? Дым как раз. Ну,